Вот с этой стороны тоже ловят рыбку. Ловят рыбку, барабульку мелкую, да? Ага. Для котов. Ну, удовольствие. Кто-то шьет, вышивает, а кто-то ловит. Для котов якобы. И себе удовольствие. Вот такое море покрыто розоватым утренним рассветом. И на небе, видите, такие вот краски. Не закат, а рассвет. Очень интересно. Вот мысы. Все хорошо просматривается. Так хорошо все просматривается. Утро доброго! Поближе подплывает. Поздороваться может чайка знакомая. И они сюда. Фу, голуби, говорю. Видите? Громочки. Вот и сами громочки.